Доброе время суток. Вот как раз мне попался хороший пример для еще одной причины, почему ваш компьютер, ноутбук может очень сильно тормозить и ничего не помогает. Ведет себя странно, допустим, какие-то долго включения, выключения, непонятные буквы на экране, там разные таблицы. Суть такая. Вот принесли ноутбук, это Samsung Netbook. Он, человек говорит, тормозит, не пойму, что с ним происходит, очень плохо себя ведет. Ну, поставил я вот Ace Logic Boosted программку эту, которая вот у меня видео есть, там драйвера Ace Logic драйвер юбдат, как-то она там, вот, и вот это вот Ace Logic Boosted, ей проверил, все прошелся везде, там реестры, ошибки, все исправил, все хорошо. Ice Logic Driver Updater, вот это вот, там видео есть у меня, тоже прошелся драйвера, все проверил, просканировал, потом сразу Ice Logic Driver вот эту удалил программку, драйвера все нормальные, ну, не нужна она лишняя, зачем, если драйвера, через несколько лет потом можно будет опять проверить. Ну и проверил, вот поставил программку, Hard Disk Sentinel Pro. Тардит Sentinel Pro. Вот, я ее, в принципе, так проверяю. Теперь всегда техника, которую приносит, я все проверяю программкой. Ну и выяснилась вот такая неприятная особенность здесь, вот на этом нетбуке. Хотя это бывает очень часто. Вот она просканировала жесткий диск. Показала производительность 100%, отлично. А здоровье 68%, хорошо пишет. 68% это совсем нехорошо. По опыту скажу, 90% нормально, 95% хорошо, ну, действительно хорошо, 100% отлично. А 68% это критичное, скажем так, состояние, жесткий диск пошел сыпаться. Возможно, с нетбуком плохо обращались, ударили несколько раз во время работы жесткого диска, сыпятся сектора. Здесь написано, найден 54 слабых сектора на этом диске. Вот, рекомендуется вести непрерывный контроль состоянием этого диска. Время работы 107 дней, приблизительно осталось 794 дня. Но я практически уверен, что сейчас прям буквально сыпаться он начнет жесткий диск. Уже сказал человеку, чтобы он сделал копию резервную этого жесткого диска, чтобы потом поменять, на, ну сразу поменять. В общем, готовиться к замене жесткого диска ему необходимо. У него очень много фотографий, свадебные видео, там всякое. Если он будет упустит момент, потеряет все. Все свои данные, все свои, в общем, все, что вот накопилось в ноутбуке, всю информацию потеряет. Помимо операционной системы, еще все сохраненные данные. Вот такая программка. Единственный вот у нее есть нюанс, это ссылка на программку, кстати, будет под описанием. Программка через торрент, активированная. Можете использовать ее один раз, проверить ваш компьютер. Можете оставить ее, но тогда при запуске она открывается постоянно окно этой программы. Запускаете компьютер, будет открываться вот это окно выходить. Тоже, в принципе, ну, не очень хорошо, надоедает, кому это надо. Но вот тогда заходим, нажимаем конфигурация. Вот здесь предпочтение. Нажимаем предпочтение. Здесь вот две галочки стоят. Загружать вместе с Windows и показывать главное окно при запуске программы. Снимем галочку, показывать при запуске программы, показывать окно, снимаем эту галочку, подтверждаем ОК. И тогда при запуске не будет выходить это окно, чтобы вам не мешало оно. Я человека не буду снимать, потому что у него жесткий диск сыпется. Пускай наблюдает каждый раз при включении, какой я ему сказал уже. У тебя будет резко идти. И еще вот здесь есть расширенные опции. Здесь, если нажмем, здесь вот написано частота опроса жесткого диска. 5 минут здесь по умолчанию. Но можно поставить больше. Пускай будет там 2 часа, к примеру, там, или, я не знаю, 6 часов. Чтобы не нагружала система, зачем через каждые 6 часов или там 2 часа, вот давайте 2 часа поставим, 1 час пускай, раз в час пускай она ему делает. Окей. В общем, вот такая программка, через торрент скачаете, она там активирована на торренте. Можете просто проверить свой компьютер, убедиться, что у вас там хотя бы 90, ну если не 100, там 98-95%. Это еще нормально. Если у вас будет там меньше 90, все, готовьтесь к замене жесткого диска. Если тем более там 50 или как здесь 68, начал разрушаться жесткий диск. Это неизбежный крах жесткого диска. Программки эти помогают, Ice Logic Boosted.
драйвер датор помогает, хорошо помогает. Антивирус я вам поставил, проверил, вирусов нет, нормально все. То есть проблема именно зависание, торможение жесткого диска при запуске, включении, непонятные окна иногда вылазят. Эта система битый сектор переносит информацию, битые сектора переносят информацию. Это все из-за жесткого диска, он начал сыпаться. Вот такое вот может быть тоже, почему тормозит компьютер из-за жесткого диска. Очень многие, практически ни у кого не вижу, я никогда не встречал, сколько компьютеров приносит, ни у кого практически нет программ, которые контролируют состояние жестких дисков. В принципе, они не нужны мне несколько лет. Но время от времени стоит проверять свой жесткий диск, чтобы не потерять всю необходимую важную информацию вашу. Вот примерно так. Всем спасибо, до свидания.